Зашел на сайт второго областного издания «Брянские новости». У него этот интернет-адрес www.braga.ru, поэтому за глаза все Брага называет. И что? Ничего не понятно из новостей. Попробуем что-то открыть. Какие-то ошибки выдает. Похоже, что Брага капут. Самое скандальное брянское издание. Все, перестало существовать. Ни одна статья не открывается. Да. Ну что ж, информационное поле Брянщины богато, там десятки газет есть, как ни в одной другой области. На одну сторону меньше. Жители будут жалеть об утрате. Много статей вызывало усмешки и ухмыльки, а теперь даже и посмеяться будет не на чем. Ну что ж, прощай, Брага.